собственно, в бардовском миру очень известные авторы. У них много своих песен замечательных. Вот я попробовала тоже озвучить не, собственно, на музыку не положенное у Михаила Трекера. Первая песня «Сначала мы взлетим в душе». Сначала мы взлетим в душе, и лишь потом расправим крылья, и здесь уже не до бессилия, и не до праздности уже на смену выцветшим клише придут другие горизонты. Шагаешь вверх или под уклон ты, лети в душе, лети в душе. На предпоследнем этаже присядешь, дух перевести ты. Пускай другие знамениты, дано ли им летать в душе, дана ли им такая честь, дана ли им душа такая, дано ли жить и петь, взлетая. А у тебя все это есть. Есть также время до вечера, когда все сказки станут былью. Душа не выбирает крылья, но крылья выбираешь ты. И неизменен выбор твой, пусть крылья и покрыты пылью. Конечно, мы расправим крылья, нам это делать не впервой. Сначала мы взлетим в душе, и лишь потом расправим крылья, и здесь уже не до бессилия, и не на праздности уже.